27 июня по инициативе руководства областного УМВД на базе туристического комплекса «Соколья гора» состоялось торжественное открытие правоохранительно-патриотической профильной смены «Патриот». Начинание смоленских полицейских поддержало руководство администрации области, а также преподаватели и студенты Смоленского государственного университета. В итоге совместных усилий с 25 июня по 15 июля на территории турбазы «Соколья гора» организован подростковый лагерь, аналогов которого в нашем регионе пока нет. Молодежь всегда была патриотично настроена, ответственна за дела, происходящие в государстве, уважала и чтила память своих отцов и дедов, повторяя их подвиги. Вот здесь очень много молодых людей, и вы, ребята, буквально через несколько лет станете защитниками Отечества. Как граждане Российской Федерации будете нести службу. И в этой службе вы будете защищать в том числе и всех стоящих на этой площадке. Мне хочется пожелать вам, чтобы у вас в лагере была активная и интересная жизнь. Вы как можно больше узнали об истории края. Вы как можно больше узнали о профессиях тех, кто сегодня уже защищает Отечество. Защищает его от преступности, защищает его в случае чрезвычайных ситуаций. Защищает от всех тех, кто пытается нарушить закон и порядок. В профильной смене принимают участие 230 подростков от 11 до 17 лет, состоящих на профучетах в органах внутренних дел. На турбазу ребята съехались изо всех, даже самых отдаленных уголков Смоленщины. Я сюда приехал для того, чтобы найти новых друзей, хорошо провести время, отдохнуть. На данный момент все нравится. Вожатые очень хорошие, инструктора, отношение у инструкторов к детям хорошее. В течение 21 дня патриотическим воспитанием подростков будут заниматься сотрудники ОМВД, МЧС, армейских подразделений, УФСКН и профессиональные психологи. Именно они сделают отдых ребят и их пребывание в лагере насыщенным разнообразными программами и запоминающимся на всю жизнь. Наша задача – вырастить из этих детей настоящих достойных граждан России с тем, чтобы в дальнейшем они могли достойно служить нашей Родине, нашему Отечеству. Были привлечены сотрудники УМВД по Смоленской области, подбирались офицеры, имеющие опыт работы с детьми, имеющие педагогическое образование, с тем, чтобы они могли не только рассказать о работе полиции, о тех буднях, которые переживают сотрудники полиции, но и могли оказать воспитательное воздействие на детей для того, чтобы спрофилактировать их от дальнейших правонарушений, которые иногда совершали данные дети. Ваши пожелания ребятам? Чтобы они с достоинством провели это время, чтобы им было интересно, и чтобы эта смена у них осталась на всю жизнь, они потом могли рассказывать остальным, и остальные завидовали им, что они попали в эту смену. Юные смоляне сразятся в интеллектуальных и спортивных играх. Тропа доверия, эрудит-шоу, мир, в котором я живу, веселые старты, зорница, богатыри России поучаствуют в мастер-классах с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ПДН, ОМОН, СОБР, ГИБДД, МЧС, наркоконтроля, представителями Смоленской епархии в различных психологических тренингах, творческих фестивалях «Мы ищем таланты», «Мокрый праздник», «Россия – любимая наша страна», театральных миниатюрах, экологических и социально-профилактических акциях, устроят лабораторные опыты, а также побывают на экскурсиях в музеях, СМОЛГУ, военной части, СИЗО и так далее. Так как у нас лагерь патриотической направленности, соответственно, игры, соответственно, сотрудники служб представляют свою технику, представляют то, что они умеют, то, что у них есть. Дети с этим знакомятся. Не каждый ребенок может даже на улице, даже, скажем так, просто в жизни увидеть ту технику, которую здесь представляют. Вот. И поэтому я считаю это правильно. После выступлений официальных лиц программу торжественного открытия лагеря продолжили выступления финалиста конкурса «Мисс Полиция» и различных творческих коллективов. Бурю эмоций и нескрываемый восторг ребят вызвали показательные выступления кинологов со служебными собаками, которые искали наркотики и взрывчатку, а потом задержали «вооруженного преступника» в кавычках. Вдохновляли ребят также и совместные выступления сотрудников СОБР и ОМОН областного УМВД, продемонстрировавших боевые приемы борьбы
и свое спецвооружение. В завершении праздника все гости пожелали юным патриотам мира и добра. И в знак этого самый юный участник лагеря вместе с действующим сотрудником полиции и ветераном МВД выпустили в небо трех белых голубей.